Инвалидность от COVID-19 в России. В России инвалидность вследствие осложнений от перенесенного коронавируса сегодня могут получить только медицинские работники, врачи, средний и младший медперсонал, водители машин, скорой помощи. В данном случае инвалидность устанавливается как профессиональное заболевание или трудовое увечье, поэтому специальная комиссия должна подтвердить факт заражения именно на рабочем месте, когда человек помогал пациентам с COVID-19. Диагноз также должен быть подтвержден лабораторно. Указом президента РФ от 6 мая 2020 года номер 313 установлена единовременная страховая выплата медицинским работникам. Инвалид первой группы – 2 064 339 рублей. Инвалиду второй группы – 1 376 226 рублей. Инвалиду третьей группы – 688 113 рублей. Диагнозы, включенные в перечень осложнений после перенесенного COVID-19, инсульт, фиброз легких, утомляемость, кашель, расстройство нервной системы, проблемы с давлением, заболевания сердечно-сосудистой системы. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Следите за новостями на нашем сайте города особенных людей.